И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival, все также на операции. И мы продолжаем выживать в этом прекрасном подземном мире. Из последних новостей я что-то где-то построил, что-то где-то сделал. Вот у меня Крутакрыс немножечко прокачался, и я ему сделал наконец-то доспех. Ого, а чё, он ломается? А из-за чего он ломается? Из-за того, что я катаюсь, что ли? У него есть прочность, ты серьезно? Как обеспечивать защиту пассажиров для движения? Защиту пассажиров при движении во время очень... типа, когда я катаюсь, он прочность теряет. Вот эта жопа, надо поменьше кататься, значит, кольцом. А то там ездит, всех убивает, там что-то вот это вот и все, а он отпан, а чё? Ну окей. Так, ну и, собственно, вот я ему немножко скорость прокачал, там туда-сюда. Ну, просто качать как таковой нечего. Из того, что внутри металл жарится, парится, варится, все, он доварился, отлично, тухнет. И это, по сути, мне больше не пригодится, так как я добыл нужное количество металла. Нужное количество металла для того, чтобы сделать вот эту печку. Осталось только нефть добыть, полимер и цементная паста. Цементная паста хитин, полимер... Хитин, полимер это полимер. А, ну по сути тоже там хитин, обсидиан, все дела, в общем, тоже. И нефть. Ну, в общем, пора пойти охотиться на Каркина. Кстати, у меня очень прикалывает снаряжение. То есть, если вернись на свет, если так это посмотреть, то на бошку надеваешь скин, допустим, шапки, на нагрудник скин крыльев, на пояс скин зипера, на перчатках, если вот здесь то присмотреться, скин, вот они, наручных часов на левой руке. Остается только скин на ботинке. На ботинках ничего нету. Ну блин, просто весь вскинованный. И функционал. Функционал, что самое главное. А, ну да, я этим коллектор поставил. А потом вспомнил, что нужен пропилен. Да, короче, там нужно будет дробилку сделать, бла-бла, все дела. Погнали. Да, я включил, поставил освещение, ну, чтобы уж точно было. Типа, лампадок он освещает, но не всегда так, как нужно. Установил здесь вот такой подъем и попробуем сейчас сделать спуск вниз. Он должен быть, по идее, но, честно, я не знаю. Он, по идее, где-то как-то вот так должен быть. Ну, хотя бы хоть куда-нибудь. Такс, отлично. Угу. Текс. Ну. Так. Я что, застрял, что ли? О, я застрял. А я думал, что он не едет. Так, пога... Я вообще... Ты серьезно сейчас? Так, погоди, сначала яркость включить тоже. Какого фига? Да, вот... Боже мой, вот эту тупость сейчас сделаем. Теперь я, кстати, понимаю, почему у меня было две этих стенки раньше всегда. А сейчас я почему-то одну поставил. Ну ладно. Оп, прицепился, отлично. Ты вот сейчас серьезно, да, из-за того, что так далеко. Да пошел ты. Просто прикинь, так далеко. Вот эта тупость. Так, ну-ка давай. А мне хоть куда-нибудь? О, отлично. И давай вот так с краешку прям. Чпокс. Вот, ну наконец-то. Поехали. Такс. А. Так. А там что у нас такое на дне? Надо глянуть. Так, стоять. Вот сюда. Так, отлично, отлично. И также можно забраться наверх. Так, что там у нас внизу? А, жемчуг.
и много отров. Прям очень много отров. Ну, этих выдр. Прям до дури здесь дофига выдр. Не знаю, с чем это связано. Там где-то даже целая стайка ихняя. Там штук 5, что ли, вокруг. Экс. Ну-ка. Во. О, видали, да сколько их там? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я не знаю, с чем это связано, но здесь их прям дофига. Все, теперь могу спускаться вниз и лутать металл с периодичностью. Металл, кристалл, самое главное, на грибочке не наступать. Во, аж два металла. Ну, а добыв металл, кристалл и все дела, в большом количестве, можно отправляться спокойно наверх. Очень классная штука, но нужно с собой таскать все-таки бензинчик, не забывать. Вот мне больше интересно, я... Да, поэтому у меня всегда было здесь две стенки, когда я в прошлый раз строился. Но дом здесь у меня будет не постоянно, поэтому, ну, как бы такой себе. Сейчас же я хочу отправиться на охоту каркиносов, да. Мне нужен полимер, также с ней добывается большое количество хитина. И, ну, нефть я с этих стрелобитов, чуть строглодитов не сказал, стрелобитов добуду. Кстати, вот для того, что постоянно дропается лут, я и поставил этом коллектор, но без пропилен не работает. Типа, камон. Разберусь с этим потом. А сейчас что? А сейчас мне нужно что-нибудь, чем я смогу атаковать его, Таркиноса. Слушай, а чё помповый? Помповый я могу сделать? Мне очень понравился помповый. Я прям раньше никогда оружие как такого... Вот реально, я раньше всегда 11. Полимер 55. Вот шкафно у меня. Полимера-то нету. А сейчас что-то прям так это... Как-то воодушевился всем этим делом. И теперь для меня помповый это что-то... Из нормального. Вот, и залутал еще маскировочные ботинки. Вполне неплохо, я считаю. Да, и, кстати, да, у меня вся броня металлическая. Короче, снаряжаемся и погнали туда. Там Каркина заспавнился, я видел его, когда искал опустошителей. Не знаю, насколько мне хватит. Сделал пока 40 патронов. Я думаю, пока что хватит, это уж точно. А там будет видно. Так, патрошки. Сейчас сразу давай починим инструменты. Что-то я протупил с этим делом. И, кстати, да, благодаря прошнул этим крыльям можно выбираться из неудобных ситуаций. То есть, к примеру, даже вот здесь сюда. Вот. Оп. Два раза прожимаешь пробел. И полетел. Мне бы вот туда бы зиплайн провести. Там очень часто дропы падают. Свет, камера, мотор. Очень часто падают дропы, и лутать было бы очень удобно, если бы я забирался наверх. Да, опять-таки же там очень удобно, но я туда не буду. Точнее, я здесь не буду жить, поэтому и смысла в этом немножечко... немного. Вот. В ближайшее время я хочу переехать, куда, не знаю... как далеко, понятное дело, не знаю, но... А, опустошитель 60. Это маленький. Здесь в целом недалеко я где-то видел и 76-й, причем сам косомец. Оба 76-е. Это, конечно, прикольно, но, опять-таки же, тоже маловато, потому что я недалеко видел и 80 левел. Да, все еще не 96-й левел, которого я завалил, но... Что поделаешь? Брионикса. Ну, опять-таки же, будет у меня этот дробилка, и проблем не будет. Вот, 64-й, наверное, ладно. 76-й где-то в том районе. А чё, сразу погнали туда. У меня все с собой. Погнали долбить Каркиноса. Слушай, левел я, кстати, у него даже не глянул. Не знаю, что, как, где. Но посмотрим, что будет дальше. В целом очень удобно. Вот эти крылья прям очень кайфовые. И если честно,
были, скажем так, не мой бы воображаемый челлендж не использовать до, то есть использовать предметы только при прохождении карты. То есть, допустим, до операции я не мог бы использовать диплайн и вот эти вот крылья, то мне бы они очень сильно бы помогали. Эх, отлично. Но говно. Так, граната и граната-блюпринт — это говно. Вот. Так, сарка ты мне не нужен. О, 8-й левел. Всего лишь навсего 8-й левел. Отлично. Погнали. Да не так быстро. Отлично. Ну, кстати, чё, почему бы нет? Давай, залутаем, чтобы это... Так, братва, вы где? Ну ты ублюдок! Ну вы поняли, да, в чем проблема? Это ублюдок его завалил! Лови, фашист, гранату! На нафиг! Нормасток! А чё он сразу... А, он пожрал и отхилялся! Вот же ублюдок, а! Ну вот как, это как я чуть-чуть не успел? Ну вот твою мать, а? Ну теперь мне просто надо тебя завалить. Чисто просто из принципа, братан. Не в обиду, не в обиду, нет. Не ради охоты, а чисто из-за того, что ты, козел, убил мою добычу. Ты понимаешь, это правило охоты. Ты убил мою добычу, я убью тебя. Ну, или ты меня, я не знаю, конечно, но я постараюсь я убить тебя. А, ну да, заряжаться-то зачем? Пошел ты! Классно. Ой, господи. В воде пошлепал и показал, что это... Что-то где-то как-то. Так, мне нужен инструмент. И обязательно таскать у себя в инвентаре. А, точнее, на раскладке. Отлично. Придется снова искать Каркинос. Ну, в целом-то искать-то не сложно. Они вот там дальше находятся-то, я знаю. Просто это было близко, это было удобно. Появился Сарк и стало неудобно. Так, ну-ка, могу. Ну почти. Подожди, ну-ка. Эх! Вот я про что и говорю. То есть, как бы было бы очень крайне удобно. Такс, Каркинс, отлично. 12-й левел. Фигня. Спина. И спина. А вот это уже не фигня. Опять Сарка! А мать вашу, как же вы достали для меня, а уже? Ох, чую, зря я туда заныриваю. Ну-ка, приподнимись. Пошел ты, высоту потерял. О, братан. Так, там кротокрыс, отлично. Съешь ты что-нибудь? Че, серьезно сейчас жрать захотел? Да, жри сырое мясо тогда. Жрать он захотел. Тут как бы нами не закусили. А хотя че? Эй, мясо дал, ублюдок, мать твою. Да, это не шестистволка. А, господи, я думал, уже завалили его. Но... Хоть и не шестисволк... Чё своим языком? Хоть и не шестистволка, но... Не! Блин, ты мать твоя, иди сюда. Так, на грибочке главное не уступить. Это самый главный враг мой, это грибочка, вот эти вот ядовитые. Три грибочка, и я сдыхаю. Да, я еще ни разу не сдох, но... Как бы... О, мать твою, иди пошел в жопу! Иди сюда! На мужика, давай! А чё так? Нифига себе! Каждая тробинка по 19 тела! Это что за нафиг? Надо было крыкушку делать, а не зиплайны! Ах ты тварь! А чем тебя пробивать? Ой-ой-ой-ой-ой! А я забыл, что ты такая тварь бронированная. Не-не-не-не-не-не. О! Это по тебе, что ли? О, класс. А чё это так по тебе мало отнял?
блин! Так, ладно, окей, понял. Сначала зачистим территорию. Иди сюда! Уж тебя-то я завалю! Вот про это я и говорил! Вот это пошел в жопу просто! Экс! Пошел ты! Ублюдок! Пошел! Зуд! Сырые грибочки надо таскать, сырые грибочки. Точнее, съедобные грибочки. Давай вот без этого, да? Я тебя сейчас какашками кидаться начну. Брат, братан, братишка, давай без этого, да? Ты там это, спину вот скушай и все. Фига себе. Наступил на эти сраные грибы. Так. Где там сытный гриб? Отлично. Сытный гриб есть. Сытный гриб защищает от этого говна. Надо их поставить вот сюда на раскладочку. И даже вот это вот сейчас важнее будет. Так. Отлично. Да я ж нажал на арбалет. Да чтоб тебя собака ты долбаная. Пошел ты. О, блюдок. О, слушай, вот, 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 не зря арбалет беру. Брал как доп оружие, а в итоге основным стало. По 300 глушат. Вот это я понимаю. А мне насрать, у меня такие рейты на урон. Но то, что он в дереве застрял, это класс. Вот какого фига? Дробаш так не работает, а? Вот ты смотри просто, сколько он урона вносит, а? Арбалет вносит нам... Ну ладно, а че так же? Ну арбалет-то это арбалет, а дробаш так это дробаш. На, ублюдок, мать твоя, иди сюда. Да я чё? О, отлично. Такс. Отличненько. Органический полимер. Органический полимер. Это хорошо. Органика. Вот сейчас наступлю в эти грибочки, и мне будет пофиг на все это дело. Только сначала сейчас только разболтаю. Так, на всякий случай, я не помню, что там нужно, но вроде бы это не нужно, но все-таки на всякий случай залутаю. Остров меня... Вот, видишь, и все, я могу здесь спокойно ходить. То есть она мне ничего не сделает. Сраный грибочек, пошел в жопу. Я тебя сейчас даже соберу. Вот, биотоксин зато лутаю. И все. Так что да, очень выгодно здесь все это дело. О, еще Каркинос. Отлично. Нужно больше полимера. Че? 18 минут уже серии. Что за... О, дурдом. Я так долго... О, нифига себе. О! Че? А че вас так много? Пошли. Вот! Опс, занырнул. Добрый вечер, диспетчер, пошли в жопу. Так, яркость выруби. День уже. Ну, если его можно так и назвать, учитывая, что надо мной и тишина. В смысле, это небо полное огня. Ну и короче, ну вы поняли. Пол надо мной, короче. Такс. Ай-яй-яй-яй-яй. А можно, короче, без тебя обойтись? Вот, это, короче, землетряс мне сейчас не в тему. А с другой стороны, иди сюда! Давай! Да не-не-не-не-не, ну смотри, ну просто сотку отнял. А этим как бы вот могу, оп, и 300. Ну вот так-то, как-то взял, как дополнительное оружие в итоге. Беги, клопец, перезаряжается он, жизнь дороже. Так, я тут по грибам могу наступить. Ты чё, серьезно? Сел в спину. Кстати, опять-таки же в спину, так как я гасанул-то четко. Стрелы они в целом глушат. О, братан, братан, давай, держи, 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 держи. Молодец, молодец, молодец. Мы команда. Е! А, дурной, я ж по тебе попал. Я и забыл.
Hasta la vista, baby. Ну вот я про что и говорю, то есть как бы здесь просто в целом она вот так вот, о, камешки, 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 твою мать, ты серьезно, это что за нафиг? О, господи, это я тащить тело нажал, о, я подумал, на меня кто-то напал, я нажал тащить тело, о, боже мой, когда лутал, я нажал тащить тело, ой, мать твою, да пошли вы в жопу нафиг, у меня нет столько нервов. Давай, все лутай, кстати, давай вот этим. Что там я добыл до этого? Ну, 350, короче, полимера. Слушай, кирко шедевр лучше. Не, кирко хуже. Ну, вот, просто на сотку меньше. Да, все-таки правильно, что я топор поставил на... Это он лутает лучше. Вот же, не знаю зачем. У меня сытный грибочек всегда. Ну, собственно, да. Сытые грибочки у меня, по ходу дела, будут всегда на раскладке. Так. А выбираться будем вот так. Погнали. Валим. Ох, помню, сколько раз меня это спасало. О, просто с последней секунды берешь, короче, убегаешь, а они там где-то снизу там, тебя пытаются загрызть. Эп. Отлично. Да, нужно будет подыскивать уже место под постройку. Я помню... О, еще один Каркинос. Блин, они тут так часто спавнятся. Нет, 36-й, это что такое жирное? А, помню, я здесь, вот на той полянке, если не ошибаюсь, строил пивбар. Да, пивбар строил, короче. Просто, короче, маленькое строение. Там, типа, кафе я строил. О, не пивбар, кафе строил. И, типа, оно чем-то, чтобы было похоже на кафешку. Прикольно было, мне понравилось. А, вот там строил. Мне понравилось, было прикольно. Но опять-таки же, нужно поискать будет место, где лучше всего строиться. Так, точно, у меня же теперь есть крутое место. Вот опять-таки же, без Диноса, все. Ну, просто вы не видели, сколько я за кадром тусовался. Уже сколько я за кадром тусовался. И поэтому немножечко уже подпривык к местной атмосфере. И благодаря моему прекрасному зиплайну я могу забраться наверх намного быстрее, нежели обходить в круговую и так далее. Да, просто еще нужно будет вот с того бы берега вот на этот сделать проход, типа так же зиплайновский, чтобы типа через эту воду пропускаться. Но опять-таки мне это не нужно, я скоро, надеюсь, перееду. И все. Теперь остается что сделать? Правильно, цементную пасту. И все. Че, полимер есть, цементную пасту сейчас забабахаю. И можно ставить спокойно печку. Печка — это дофига металла. Дофига металла — это переработка. Переработка — это айтем-коллектор и все дела. Нужно будет поставить холодос. Такой. У него больше вместительности. Ну и другой. Так как в него влазят такие как биотоксин и другие штуки, которые дольше хранятся. Что еще нужно? Что еще мне нужно? А, кстати, надо будет флягу забабахать. Флягу забабахать. У меня вроде бы для нее уже сейчас есть. Или... Да, одного примера не хватает. Не знаю. Хоп! А теперь хватает. Нужно это для того, чтобы я смог сделать вот этот бесконечный термос с водой. И уже с водой не нуждаться. Туча конных, блин, сытных грибов. Тупость — это мое второе имя. Куча сытных грибов, плюс вода, и проблем никаких не будет. Вот такие вот дела. Ну, в общем, обустройство, я думаю, есть смысл оставить за кадром. В следующей серии пойдем... Я думаю, все-таки нужно будет искать опустошителя. То есть, как бы, будет два варианта моей закадрой. Первое. Я ищу место под постройку. Второе. Ищу... опустошитель хорошего левела. И там уже я либо переезжаю, либо там мимо опустошитель. Вот такая вот дела. Такая вот фигня, такие вот дела. Сжиженный газ добывать я буду уже около базы. Здесь пока что смысла нет ставить.
И, пожалуй, все. Ну, хотя, может, я поставлю где-то здесь, что когда бывает. Типа, сколько это времени займет все эти поиски, я уж не знаю. Но... такая вот фигня. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, конечно же, делиться моими видео с моими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого и добра. Всем пока.